Тюрьма Колдридж, или как-то Колбридж называется, катакомбы. Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка. Мы продолжаем прохождение игры Dishonored на высокой сложности. У нас с вами катакомбы, мы продолжаем побег. Сейчас, я думаю, будет нам несколько проще. Спрятанные вещи, да, составили у него. Тут взрывчатка была, не мог же он случайно взорвать. Думаешь, ему помогли? Кто мог такое провернуть? Тут уж я вам, ребята, не подскажу. Хавчик. Похаваем. Может, банда Bottle Street? Если ему повезет, Корва зацепит хоть одну. Ты его боишься? Он же серконосый. Там одни торгаши и шлюхи. Ребята, вы чё? Такого количества крыс не смогли отмахнуться. Ну все. Смотри, какие. О, какие, смотри, какие сухие стали. Весь подкожный жир у них. Все, кончился. Смотри, какие худые, классные стали. Почти прям как я. Я точно так же мышцы выпирают. Ну, ладно. Ребят, ну хорош твоих жевать. Голодные крыски, видать, были. Но надо, потому что если вы мышей заводите, их надо кормить. А вы что хотели? Смотри, вот так вот крысу дома заведешь. Она тебе так налетит ночью. Ты раз просыпаешь, что у тебя ляжка откусанная. Чему удивляетесь? Не надо ничему удивляться, ребят. Да, крысы они такие. Так, что-то у нас вот здесь хоть значок. You cannot kill the rat pleasure. Ты не сможешь убить, короче, какую-то заразу. Раст какой-то. Раст. Пенопласт. Так. Опять крыски бегут. Куда-то. Куда бегут? Кого-то съели. Простите, ребята, но, пожалуй, мы обойдем. Таких. Все, что-то мне как-то не хочется быть. Честно, съеденным, я вам скажу. Я хочу как-то пожить. Я готов в говнеце поплавать, но живым самое главное остаться. Фонарик, какой-то прожектор. Так, там что-то моргает. Ой, мужики. А, это мужик, какая-то бабища. Это аж прям такое досадно даже наблюдать. Дневник Дамина. Денег у нас с Амандой хватало только наполовину нужного количества эликсира. Но и тот мы уже израсходовали. Остается ждать. Мы очень больны, нам негде спрятаться от городской стражи. Они ломаются в дома по всему району. Мы останемся здесь и вместе примем смерть. Разожженный нами пожар отпугнет крыс, то скоро им достанется весь город. Дамин. Что-то как-то все очень, очень прискорбно. Честно, такое наблюдать, такую кончину. Больно за людей. Ребята, очень больно. Очень жаль. Пятерка, десятка, монетки. Выбрали. Стульчик какой-то деревянный. Смотрите, ну-ка, мужик, отойди-ка отседова. Давай, не мешайся. Все, тебе уже все равно этот кран ни к чему. Иди, он лучше лицо умой. Так, вентиль, шментиль. Сохранка, конечно же, сохранка. Куда же без нее? Кручу-верчу, как говорится, дверь открыть хочу. Давай, отворот-поворот. Так. С тобой на улице тоже начинает темнеть мало-помалу. Здесь еще у нас с тобой хавчик есть. В принципе, с учетом того, как мы с тобой проходим игру, я думаю, что можно было и супер максимальную сложность выбрать. Ой, мужик. Ой, мужик пролетел. Мужики полетели. Нас же что-то говорит, велели. Чего, говорит, велели? Ну-ка, мужики. А, я понял, что надо сделать. Ну-ка, вот этого давай сюда. И сюда, мужика. И сюда, мужика. А это сюда, мужика. Ну-ка, открываем дверь. Ну, чтобы нас крыски не покусали, видать. Ну-ка. Побежали, 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 побежали. Все, хорош, идем дальше. Пока что неплохо справляемся. Внимание, граждане Данволла, убийца Корва на совести, который спиртаж добровольно предписывается на линии Демили, наследницы престола временно... Временно чего? Отсутствует, наверное, что-то, да, скажет? Бежало заключение, те, кого что-либо известно, минус скажи, должны немедленно сообщить именно городской страже. Да, конечно. Так они, наверное, все вам и сообщат. Так, ну-ка, поползли. Подцепи. Эть, хорош. Нормально справляемся, молодцы. Так, а что у меня начинается? У меня начинается, ребятушки, просадка моей камеры. Да, потому что темнеет на улице. Ну-ка, минуточку. Сейчас исправим. Надеюсь, сейчас получше будет. Просто автоматическая экспозиция регулирует яркость автоматически. Поэтому, ребятушки, когда темнеет, FPS немножко проседать у камеры начинает у моей. Это нормальное явление. Так, сейчас, погоди-ка. Монетки. Так, опа, растяжечки, аккуратненько. Так, куда нам с тобой пойти? Налево пойдешь, как говорится, помрешь. Направо пойдешь, не помрешь. Ладно. Медная проволока. А как нам медная проволока дает 10 медных монет, интересно? Это же ее сначала нужно на цвет мед как-то сдать.
Задеть? Намеренно, что ли, задеть ее? Ну ладно. Раз надо, то заденем тогда. Мимо. Ой. Промахнулись вы, ребята. Зажигательный болт. Во! Это нам надо. 50 монет. Давайте, 50 монет Гриффиндор. Бутылка зачем нам, правда, непонятно. Мы вроде не алкаши. Какой значок с черепушкой опять нарисован очередной. А, можно было, в принципе, наверное, через верх. А, не через верх нельзя было пролезть. Здесь можно вот так вот пролезть, смотри. Какие-то благовония, какие-то лампочки. Обычно так вот изображают какие-то благовония, когда, знаешь, там какой-то такой приятный запах какой-то исходит. Так, там мужик опять у нас с тобой спит. Можно было вообще вот так пролезть, да? Здесь никого нету. Вроде крыс нету. Монеты. Так. Аккуратненько. Что такое? Экстракт. Боги... боли голова. Может, наоборот, должно быть, не боли голова. Экстракт, не боли голова. Называется обычно цитрамон или нож, обычно принимают. Труп, кошель, монета, 5 штучек. Нет, трупы нам нести не надо, пускай есть лучше без меня сгниет. Лорд-защитник, приветствую вас скоро. Вернее, лорд-защитник, именно этого титула вы по ошибке были лишены. Мы верные слуги империи, настоящая императрица. Группа лоялистов, которая не терпится увидеться с вами. Возьмите это оружие, сделанное специально для вас, из лучших материалов, которые только можно найти на островах. Наш человек Самуэль ждет вас там, где туннель выходит к реке Ренхевен. Спешите, желаем удачи, помните, у нас общая цель. Ништяк. Меня это радует, когда у всех общая цель. И что? Какой-то сраный арбалет мне дали? А как же... одежду какую-нибудь специальную, что там еще там дали. Да, вот арбалет, короче, клинок какой-то мне дали. Во! Нормально. Что обычно так... обычно так раскрывается меню быстрого доступа. Поддерживайте среднюю кнопку мыши, чтобы открыть меню быстрого выбора. Выбрать устройство или умение. Вот это класс, это я люблю. Чтобы доставать оружие или использовать умение в одном нажатии клавиши, выделите нужное меню быстрого клавиши. Есть 10 горячих клавиш, видите, можно меню настроек. Нормально, слушай. Целую кучу какой-то одежды сюда понапихали. Нахрена мне столько одежды-то нужно? Одних штанов было бы с труханами достаточно. Мы с тобой после ключ от катакомб открыто. Так. А можно ее как-то разрядить вообще? Или обязательно именно задеть надо? Если нужно обязательно именно задеть, то тогда мы сделаем по-другому. Мы вот так с тобой обойдем. Потом мы с тобой заберем зажигательный болт. Все. Теперь она уже не сработает. Так, банка. Доля джели. Джели, на случай, если ты пропал всем, пропил все мозги, ничего не помнишь, обратитесь к ответам к виски. Виски дошло. Если хочешь получить свою долю, сделай все в лучшем виде. Если нет, я навещу тебя через месяц. Требуется код. А где я код-то вам возьму? Код-наркод. Джоли. Самуэль, у нас с тобой уже довольно близко. Все обычно от кодового замка, если ты находишь какой-то кодовый замок, то обычно тебе пишут код. Ага. Смотри как, вау. Смотри-ка, 451 указывают, вау. Я вот сколько раз играл, вот чтобы вот так это все обнаруживалось, никогда бы не подумал. 4. 5, 1. Теперь будем знать, ребята, что коды иногда вот так вот прячутся. Нормально, целебный эликсир. Футляр для драгоценной... для драгоценности семьи Мора. И что, я только 50 монет? За драгоценный футляр? Вы не попутали ли часом, нет? Эликсир давай. Да давай, то куда ты? Сколько у меня вообще эликсиров? Давай посмотрим. 7 штук. Нормас. Будем надеяться, что они нам с вами не пригодятся в игре. Банка сервера... мясо. Что говорит? Ты хоть знаешь, кого мы тут ловим? Даже не пытайся бить с ним в одиночку. Кошель. А если рядом никого из наших не будет? Целебные травы. Тогда шуми погромче перед смертью. А прокинь что-нибудь, если сумеешь. Да, хороший выход. Да, хороший выход, чтобы тебя услышали. No trespassing. Какой-то. Какой-то... 0 trespassing. А что у нас с тобой есть? Усыпляющий дротик есть. Вот эта шляпа нам может пригодиться. Шуми, говорит, погромче. Узнать убийство в падении. Спрыгните противник с высоты перед самым столкновением. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы убить. При этом вы не получите урон от падения. Ой-ой-ой-ой-ой. Куда? Добрый вечер. Вы чё? Месанул, ребят. Сорян. Просто как бы просто так не хочется дротики тратить. Воняет, как будто там плакальщик.
Но если. Но если нас обнаружат, это же не так страшно. О, да. А где твое? Что-то не видно твое. Песло. Которое оттуда. Которое вдруг пронесло. Ать, ну-ка. Хорошие у нас-то ботинки, мне нравятся. Сюда вот мы тебя положим, пускай здесь отдыхает. Потому что его не спалят. Аккуратненько, все. Можешь немножко подрыхнуть. В камыши пописал. Чтобы камыши, так сказать, у нас с тобой росли хорошими, свежими. Ну, конечно, может быть, плохо пахнущими, я понимаю. Ага, здесь у нас с тобой двое ребят. Можем просто обойти их и все. А мы же с тобой такие. А, их тут даже трое. Что-то написано. Это убийство падения, это мы уже читали, это уже. Уже ни для кого не новость. Мы вот так пройдемся просто. Ать, хорош. Аккуратненько пробежимся. Я так понимаю, что да, скорее всего, ребят, где свет не светит, тут у нас с тобой, видишь... А, вы опять не видите. За моей головой черный значок полностью, поэтому они нас с тобой здесь не видят. Так, вот мы с тобой... Ну-ка, заберем медную проволоку. Нормально. Слушайте, такое чувство, как будто он не страж, а ниндзя какой-то. Ать, побежали. А, нет, смотри, когда же лампочка на меня светится, я все равно, у меня тоже черным светом так светится все. Странно. Сохранка. Тук-тук-тук-тук, метро на станцию Бабушкинская несется. Внимание, граждане Данова. Убийца Корвана, светская, которая наша императрица, еще на Венереде Эмиль, наследница престола. А, ну это мы уже слышали. Города Даун. Даунул. Даунул. Самуэль, здорово, братан. Корва, давай сюда, быстро, я свой. Поговорить с лодочником Самуэлем. Звать меня Самуэль, я служу добрым людям, которые очень хотят с вами свидеться. Они сказали, что вы тут будете, но я до сих пор поверить не могу. Я отвезу вас к ним, тут близко, ниже по реке. Ну, поехали. А, подожди, если я нажму подожди, минуточку. Смотрите, если хотите, я тут положу, вы только долго не задерживайтесь. Мы с тобой сохранимся. О, батюшки мои, смотри. Что это такое, какого-то кита везет. Что написано, буква Х, я... Да, там очевидно, что, наверное, одну букву пропустили, но мы уж промолчим. А, там написано «Ох». «Ох, я», говорит. Или «Яхо». «Яхо» написано, мне непонятно, как еще написали. Нам нужно просто засейвиться с вами. Потому что потом, когда я буду загружаться, скорее всего, с этого места мы с вами продолжим. Нарезайте, вас ждет горячая еда и теплая постель. Ништяк. Ладно, старик, поехали. Класс. Держайтесь в тюрьме Колдридж. Итак, ребятушки, что мы с вами нашли? Рун, но здесь не было ни рун, ни костяных амулетов. Картин Скалова тоже ноль. Монет 582 из 1010. Это ж сколько мы с тобой не нашли-то вообще? Половину, прикинь, мы не нашли с тобой монет. А где они все были-то? Хаос в мире, текущий уровень низкий. Нет убитых, призрак не обнаружен ни разу. Класс. Это радует. Видишь, если мы сейчас с тобой в таком формате будем всю игру проходить, я понимаю, это будет хардкорно дальше. Открыл сейф джели, особое действие. Вот, у нас с тобой, видишь, даже особое действие записано. То есть это фактически вот, ну... Ну, идеальное полностью прохождение, конечно, это все монеты, чтобы мы с тобой находили. Но тут уж, ребята, надеюсь, что докапываться до места уж никто не будет. Так что с вами был Чуранг, огромное спасибо за внимание. До новых встреч, скоро не переключайтесь, ведь огромное количество гайдов, летсплеев, все круто, смотрите меня на канале. С вами был еще раз ваш покорный слуга. Скоро увидимся, не переключайтесь, будет классно, круто, здорово, интересно. До новых встреч и пока-пока, ребятушки, не переключайтесь.